Брокколи и цветную капусту удобно готовить в СВЧ. Получается и быстро, и вкусно. Один недостаток. Стебель соцветия иногда остается сырым, но я знаю, как этого избежать. Волны в СВЧ распределяются неравномерно. Центр тарелки прогревается немного меньше, чем края. Воспользуемся этой особенностью печи и укладываем капусту соцветиями в середину, а стеблями – к краям тарелки. Поливаем небольшим количеством воды и включаем на полную мощность. Через 5-7 минут капуста будет готова. Благодаря тому, что мы уложили ее стеблями к краям тарелки, она приготовилась равномерно. Приятного аппетита!